Да вообще уснёт. Возьмём вот эту. Отсюда тянут, и туда. Вообще уснёт. Да, это вообще варёное туда. Вот, прежде себе открывать. Героина читать? Героина читать? Героина читать? Не все молчитывают.
ты не ошибся, ты давно уже ошибся. Да. А? Да. Thank you.
все народ. Thank you.
Thank you.
середину на 4 стола. Как вы делаете это? Конечно, далеко. 4 стола надо вот сюда. Посередине. Камера показывает. Камера середину. Посередине. Чтобы так. Нет, они сейчас выспите, вы все будет на полу. А все на полу будет, я не знаю. Четыре стола надо, и все, и сейчас они выйдут. Комиссия было 45.
число выданных участковой избирательной комиссии до дня голосования. Так. 12 игроков. Да. 17. Число избирателей, проголосовавших по отрицательным настроениям на избирательном участке 25. Число неиспользованных отрицательных настроений 28. Число отрицательных выданных в территориальной избирательной комиссии 1. 1. Так. Так. Это у нас заявление голосования по открытым удостоверениям и остатки 28 штук пересчитываю 3 раз. Они не гасятся до подсчета, так скажем, общего количества голосов. То есть это будет досрочный дополнительный выбор, тогда будет уже сам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Это то, что я осталась. Бюллетени, которые остались и подлежат, так скажем, частичному отрезанию, да, это по номерам. Они уже пересчитаны, я, конечно, вам посчитать могу еще раз. По президенту. Все они с марками проклеены и сдаются в территориальную избирательную комиссию. 50. Еще 50. 100. 200. 150. Ой, все, извините. 250. 300. 350. 400. 550, 600, 650, здесь еще не 600, то есть 664 бюллетени у нас осталось. Сейчас президент.
что были получены по этим листам марки в качестве 1500, то есть на все, на каждую, на каждый бюллетень они были направлены. То есть сдаются все имена, то есть все самые. Сюда вписала цифру проголосовавших по кредитным удостоверениям 25 человек. Это цифра будет только президентских. Скажем, показывал кредитные, которые, скажем, у нас по которым голосовали. Это 13-е, да? 25, да, 13-е. По которым проголосовали по мэру. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 31 бюллетень вернулся, тут все уже.
11 бюллетеней вернулось из 50. Вот. Я пересчитала вопрос, у него бюллетени были в том же количестве, которое нужно было вернуть. По второй уровне было 25 заявлений, дала 35, но просто физически не успели, поэтому всего было 15 заявлений, которые вот успели люди проголосовать. Потому что члены комиссии сами не успели проголосовать, они приехали уже почти полвосьмого. Вот, поэтому там было всего 15 заявлений голосования на дому и по президентским спискам, и по мэрским. Поэтому заявления все есть. Так вот, сейчас мы считаем по президентским изначально. Два комплекта. И по первому ящику, и по второму. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Там будет и по другому, и по второму ящику. Должно быть 39 заявлений в бюллетене по МЭК и 39 по президенту. Ирина, прочитай, пожалуйста. Визуально посмотреть нам можно так? Там причина указана, по какой причине человек желает подписать на дом. Причины всех одни и те же? Нет. Болезнь. Так. Уход за ребенком. Плохого здоровья. Плохого состояния здоровья. Уход за больным. 80. По болезни, опять. По какому состоянию, болезни. Не, мужчина, все человек. Потому что я, у нас только было заявление, а тут на ящиках не действительно предпочатие. Так как наличие заявления есть на все 39 и по президенту, и по мэру, ставлю там решение заявление. Наблюдать членов комиссии с решающим правом голоса на голосовании, членов комиссии с решающим правом голоса. Вопрос звучит так. Значит,
выдан ему как-то, признается ящик номер один для голосования вне помещения, скажем, недействительным. Прошу голосовать. Кто за то, чтобы признать ящик для голосования номер один недействительным? То есть было заявление, признать его недействительным, я это скажу голосование. Признаем ли мы, что ящик номер один считается недействительным? Я сейчас вставаю номер один, за это не спешу. Все справляем? Дайте инструкцию. А мотив по каждому ящику. Значит, президент членов комиссии. Наличие. Печать. Скрываем. Я слушаю тебя, тише. Живая я. Давай. Пока. Тем не видно было. Стать на пол, пойди туда. Чтобы было видно, что это придется, я туда. Я не пойму ничего.
Это что такое? Это бюллетень. Это бюллетень. Ну, Thank you.
по чем мы не считали. Фломастера нет у вас, да? Нет. Ну, такой цикл, пойдет по полости обеда, к сожалению. Так. Высыпаем голосование. По счету голосов, по самому случаю. Thank you.
Нет, это не мой.
Thank you.
Прохоров, Путин, Миронов,
Она просто этот людей признает недействительным. Везде поставили. Ну, везде поставили. Да, поставили человека. Путин, Жириновский, Путин, Прохоров,
Путин. Жириновский. Путин. Конечно, не действительно. Вот это как бы, ну, ребята, да, не
Я
Нет, это испорченный, испорченный.